Аллоха, дорогие друзья, рад приветствовать вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами Ичи, и это продолжение Grid Autosport. Так, я уже выбрал чемпионат, это будет у нас стрит. Так, и получается вот этот вот GT Open. Также я выбрал уже команду Oakley Motorsport и приму предложение их. Дают побольше опыта, думаю, это будет нам полезно. Более посмотрел, в принципе, машинки одинаковые, так что разницы никакой нету. Сегодня у нас обычная серия, не на часик, минут на 30 будет, как обычно. Так что кофеечку, пельмени, там все дела, там запасайтесь и вперед. А еще шлем одевайте, не забудьте. Так, начнем новый сезон. Откроем его красиво. Окей, бро, откроем, значит, откроем. Она сейчас в лидерах. Так. Антон Олсен, Intel Motorsport. Это наш основной конкурент нынешний. Окей. Поехали. Ты на 12-й так. Позиции, Афонсо Оливейра. Да уж, не очень гуд. Сразу переключаем агрессию и поперли. Так, у нас Audi RS чего-то там. Тяжеловатая, как обычно все немцы бывают. Ну вот уже премиум тачки у нас, я смотрю, пошли, да? Уже такие, ого-го, прям. Так, ближайший поворот надо будет их делать. Хотя бы пачечку надо оторвать им. Воу-воу-воу. Это было не очень гуд. Блин, я еще трассу нифига не знаю, надо было... Нет. Ты потерял свой позишн, когда сдулся в повороте и стал резко тормозить. Так. Отлично. Между ними просочимся, между ними. Отлично. Шестая позиция, это гуд. Наш на девятую прыгнул. Посмотрим на наших засранцев там по бокам. Так. Нет, не дадим ему. Пусть лучше за нами дрейфует на нашей тяге, но обогнать мы его все равно не дадим. Антон Олсен, 4 круга у нас. Сейчас он должен притормозить, и мы его тут обгоним. Отлично. Еще вот этого Рейзерса. Рейзер там, по-моему, был, да, я насколько не ошибаюсь. Но, возможно, там был еще и этот монстр. Команда из монстров. Так, у нас, в принципе, дела неплохо идут. Четвертая позиция. Так, главное не зевать. Сегодня я настроен на гонке, так что буду проходить аккуратно и все чики-пики. Ай-яй-яй-яй. Понятно. Audi у нас заднеприводная, соответственно, каждый вот такой косячок у нас... Воу-воу-воу, а что у нас с FPS-то? Господи, а. А, все, откатило. Что-то временно глюканула эта тема, хотя вроде по системе на втором мониторе все нормально. Игра периодически зависала у меня пару раз после патча. Я ее немножко поколдовал, в общем-то, откатил обратно. И сейчас вроде нормально. Четко вписался между машинками. Я второго Intel оставил в жопе. Впереди у нас двое гонщиков, точнее один. Ай-яй-яй-яй, нет, по-прежнему двое. Окей, уступим ему. Это, по-моему, Razer, да, все-таки? Или Мотоспорт, не знаю. Отсюда. Тихо-тихо. Прицепимся ему слепстримом. Там посмотрим, что будет. А, вот, по-моему, обгонять решил там меня один засранец. У нас еще два круга. Торопиться, в принципе, некуда. Да, так что все нормально, в принципе. Сейчас первый же поворот, мы его выкинем куда-нибудь. Вот так вот. Отлично. Аудюха тяжелая, пободаться можно, так что все нормально. Когда же я на бэшечку пересяду-то, ё-моё. Когда же это чудо произойдет-то? Какой-нибудь BMW M3 Sport. Мою любимую самую, наверное. Одну из любимых машин детства. Так. Благодаря этим бэшкам я перестал любить Mitsubishi. А-за-за. Нет, не дадим ему прошмыгнуть. Будем удерживать вторую позицию. И пытаться обойти монстры.
Это все-таки монстр, по-моему, фиолетовый. Да, это монстр. Ну ничего, он на бэшке, кстати, это не очень круто. Для нас. Так, ну сейчас мы тут его сделаем, надеюсь. Да. Аудяха все-таки тяжелая вещь. Еще он еще впилился, ништяк. Все как доктор прописал. Наш на этом, в это время, на 7-й позиции. Давайте чекнем быстренько все. Немного поцарапан, но это все. Угу. У тебя pole position, ты на первом месте. Отрыв 1 секунда. Угу. Тебе удалось пройти половину гонки. Ноу! Что? Что опять произошло-то? Ё-моё, тормоз не сразу включился. Тихо, 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 тихо. Так. Парень в середине пилотона. Ты опережаешь на 5-й уже, молодца, молодца. Твой умничка. А мой соперник? Угу. Ноу, вот это видели, да? Это точно секир башка был бы. Всей машине вообще. Всей гонки разом. Сейчас надо аккуратненько от этого ехать. Не выпендриваться лишний раз. Потому что обойти, точнее догнать нас, это одно. А обойти уже это другое. Потому что я явно не дам обогнать. А поскольку лидер явно один сейчас, ну, то бишь после меня. Так, не знаю, я это не буду откатывать, фиг с ним. Пусть немножко у нас с рулевым проблемы будут. Все, стартуем, стартуем. Вот он сюда выходит на внешнюю. Но мы не дадимся. Хотя бэшка машина сильная. Стоило бы подумать о своей заднице. Так. Ну тут уже финиш, ему уже ничего не светит в любом случае. Есть. В принципе, нормально. Еще на третьем или на втором круге мы там заняли уже топовую позицию и отожрали себе место. Да. И наш напарник, к слову, так пришел на первой, на 5-й позиции. Португалец Афонсо Оливейра. Ну, не знаю. Надеюсь, они ездят на машинах так же, как и играют в футбол. Так, поехали дальше. Что у нас тут? Следующая гонка. Performance. Дубай. Петля в причале. Опа. Опа, такая жопа. Ладно, шучу. Это прям как этот девайс мобильный. Насколько я помню, китайский или какой он там. Угу. Очень хорошая позиция на туре. Заметили, кстати, да, друзья? Карты начали повторяться потихонечку уже. И это, черт побери, не супер. Тебе надо победить соперника, но это будет непросто. Надо победить соперника, но это будет непросто. А когда это было вообще как просто? Хотя нет, вначале, по-моему, на старте был. Вот эти больные люди, которые руки вытаскивают, это вот реально чудики. Я, блин, за километр не подошел бы к бордюру, где этим... Умалишенные ездят, потому что вот стритовые вот эти гонки часто бывают с авариями адскими, как наскары, в принципе. Кстати, америкосы и наскар любят только за то, что там много аварий. Так, глупые дурачки. Чего хорошего в этого? В этом. Что гонщики показывают свое дилетантство и разбиваются насмерть. Круче, по-моему, смотреть на отлаженную езду профессионала. По тормозам, по тормозам. Лучше упущу парочку. Блин, третий круг, а у меня уже повреждено рулевое. Монстр сволочь. Я думаю, она того стоит. Все-таки на 7-й позиции уже. Рейзеровцы. Тихо, блин, да чтоб такое. Тихо, тихо. Антон Олсен. Тихо, 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 тихо. Так. Давай, давай, давай. На старте она, да? Немножко съедает, а потом начинает разгоняться. На старте вообще. О-хо-хо, нифига там посыпались кишки. От монстра. О-о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 . Хоря мне буцать, сволочи. Еще два круга. Да.
Отлично. Он неправильно выбрал позицию, а я заранее начал тормозить. Соответственно, быстрее начал разгоняться. Так. Твой соперник в середине пилотона. Угу. Рулевое повреждено. Понятно, это печалька. Твой напарник в середине пилотона. Ты опережаешь на 4 секунды. У тебя пол. Печалька. Ты на первом месте. Отрыв 2 секунды. Осталось 2 круга. Это круто. Вот, вот у нее есть разгон где-то с 80 по соточку, очень слабенький идет, а наш ощущение, как будто реально тяги не хватает, а потом хлоп и начинает аж тащить прям. Обычно такое бывает, когда, например, поршень не работает, несколько штук захлебываются. Так. Воу, это я случайно, ребята, притормозил. Придется сейчас отвоевывать позицию свою. Вот я говорил, да, я этот раз уже просто помню. Отлично. Последний круг. Удерживай лидерство. Да понятное дело, дурачок. Можно подумать, кому-то я там его отдам. Не подумайте, что я там специально врезался. Просто рулевой немножко косит и налево вот меня, видите, кренит. Я вроде аккуратненько доворачиваю, оно еще добивает в итоге. А если обратно отворачивать колесами, то она может вынести машину. Хотя, в принципе, не чувствуется совершенно, что задний привод тут стоит, если честно. Обычно, блин, Gran Turismo меня другому научил. Если задний привод, то все, все, пиши пропало. Машина как корова на льду, так. Тихо. Давай, вот. С 90, да. 98-97 начинается нормальный разгон у нее. С 80-ки очень слабый старт. Плохенько. Так. Оу, черт, я прозевал этот момент. Давай. Урчит-то прикольно как, а? Ладно, так. Сейчас надо пройти аккуратно поворот. Потому что у нас всего лишь один повтор остался. И это не круто, черт побери. Ну и финиш тут рядом уже. Соперник на твоем примере учиться будет. Фуф. Вот так победа. Отлично. Мы лидируем в чемпионате. Конечно. Так. Да. Даже наш этот чувачок приехал на 4-й позиции, молодца. Даже он обогнал нашего соперника. Мы в общем зачете всяко разно на первой позиции сейчас. Так, что у нас? Стрит. Следующая гонка. Какая же у нас следующая гонка? Барселона. Морские врата. Протяженностью 4,1 километра. То бишь 4000 метров. И 100 сантиметров. Шучу, конечно. Конечно, 400 метров. Так. Ну-ка. Ну ладно, поехали. Кстати, скоро выйдет же Project Car. Посмотрим на эту игрушку. Очень она меня интересует. Но вот сомневаюсь, что она будет интересной в плане прохождения. Потому что там слишком большой хардкор, и мне придется там потеть, в общем, да. И то, как сливаются люди, как правило, неинтересно смотреть. Слушайте, а тут скорости совсем упомолчительнее уже становится. Тихо, вау! Да, не любит она заносов совершенно. Так. Понятно, лучше тормозить. Также заднеприводная. Ягуарчик. Вау, сразу рулевое. Блин, а еще и хрупкая до усрачки. Да, чувствую я, друзья, мы тут попали. Да чтоб тебя, блин. Слабенький тормоз. Придется сильнее тормозить. Блин, толку. Что мы бодались там.
с 50-е отвоевали место, да? Но это 60-е, черт побери. Нам надо первое. Чтоб вас. Немножко задеть и все, и пипец. Начинается жопе. Так, жопа точнее, а не жопе. 9-я позиция. Ну, потихонечку отъедаем позиции. Я надеюсь, что мы к первому месту хоть живыми нам живой машина будет. И побудаться еще будет с кем. Так, при этом у нас 7-я позиция. Вот тут еще можно упустить парочку. О, во-во-во, отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет. Отлично, дверь захлопни. Отлично. Нарушаешь тут правила движения дорожного. Фух. Блин, трасса агрессивная немножко, особенно на таких скоростях. Тихо-тихо-тихо. Приходится тайтово ездить, периодически подтормаживать. Тихо-тихо-тихо. Фуф, так, 6-я позиция. Понятно, в среднем темпе. Тут машину еще изучать на ходу приходится. Еще и не убиться нахрен. Это не очень легко, я бы сказал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Мудака кусок. Сам не дал проехать, и мне. Ой, что-то у него там случилось явно. Нехорошее. Что явно нехорошо, так это то, что у нас больше нету повторов. Я уже все истринкал, но уповаю на то, что я сейчас выйду в лидеры и буду спокойно ездить, ехать так, как мне это нужно. Ай-яй-яй, сволочь рейзеровская. До сих пор, наверное, обижается за то, что я их немножко обосрал. Так. Тихо-тихо-тихо. Блин, вот этого не хватало. Рулевой повредил. Пипец. Еще и настолько сильно. Ладно, придется тащить. Тащи, ягуарчик, тащи, ты же кошка. Ты смогешь, я знаю в тебя, я верю в тебя, ну. Ноу! Охренеть, не встать. Пипец. Да чтоб вас. Ну, да дайте выехать-то, ёб красоты. Все, пипец. Ой, засрали мне всю гонку, сволочь. Чи. Да уж. Жесть. Мы попробуем что-нибудь тут еще выжать, но это, конечно, фейл. Еще третий круг, но... Попробую, братюнь, попробую. Они явно далеко от меня ушли. Я даже не вижу, кроме этой желтой тачки, никого. Да, сильно ушли далеко. Ха-ха-ха! Немножко, ни хрена себе, шутник. Тут машина уже говно осталось одно. Блин. Не, все уже. Не хватает ни тяги, нифига ничего. Давай, 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 тащи, 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 детка, ну. Хотя бы это. Ай, да чтоб я еще и врезался. Воу, holy fuck. Так, так, так. Фортуна на нашей стороне пока месть. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. Тихо, тихо. Давай, 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 детка, тащи. Черт. Повторы в следующий раз будем трынкать аккуратнее, потому что это жесть. Наш напарник на 5-м месте, молодец. Фуф. Так, тихо, тихо, тихо.
Ну, друзья, сделал, что смог. О, фак. Это была ужасная гонка. Хуже еще места у меня, по-моему, не было за всю игру. Ну, начать заново мы сознательно делать не будем. Что будет, то будет. Понятное дело, слетели тут же. И тут же слетели, везде обосрались, в общем-то. Тем более еще так жиденько. Хрен простираешь сходу. Ах, грусть, печаль. Ну, что поделать. Бывает. Так, что у нас? Париж, Елисейские поля, гонка. На втором месте, да. Придется тащить, иначе мы обосремся еще и в сезоне. Это будет совсем не весело. Давай. Так. Я напрягусь сейчас. Воу, ни хрена себе. Совсем? Охренеть. Охренеть. Целиком вы... Да, 11-й. Отдуреть. Твой напарник разбился. Напарник уходит на 8-е место. Так, выбыл или разбился просто? Вы уже определитесь, блин. Отдуреть, вот тут месиво, ё-моё. Сейчас все тормознут, я проскользнул. Да чтоб вас, блин, какая хрен. Какой хрен меня еще врезался там сзади. Нет, буцаться буду, сволочь. Ладно, это не в нашей теме, я поскольку... Ой, он пятый, красавчик. Не надо врезаться в меня, братюня, ну ты что творишь? Я ж свой. Ты должен это... видеть. Селяна это наш этот противник основной, кого мы типа должны взлюкнуть. Но поскольку у него авария, у нас сейчас нынче хорошо все. Ну я как заметил, да, тут часто очень активно тут месиво происходит, поэтому то, что мы в прошлый раз приехали на таком месте, это нам просто тупо не повезло, да еще и с непривычки на новой машине все дела. Тренька же для слабаков. О чем речь-то? Так. Во. А, затащила машина, молодец. Третий круг на 4-й позиции, я думаю, тут первое место займем. No problem вообще. Свой, по-моему, клей. Оклей тоже идет. Ай, ну харе буцать за. Что за, блин, напарник такой? Мудак попался. Или он так. Прям так хочется ему первое место, что он. Готов напарника своего подвести. Так, вот ему я точно первое место тогда не дам. Тихо. Отлично. Тихо. Отлично. Шучу, конечно. Так, давайте-ка отмотаем. Что-то мне там бахнулось, я чувствую, да? Пока идем неплохо, в принципе. Тихо. Поэтому... Еще 3 повтора у нас. Прибережем их на всякий случай на... Ад. Хотя хрен его знает, где тут ад. Давай. Набирай обороты, детка, набирай. Фуф. Клонит ее постоянно влево, и тяжело управлять потихоньку. Особенно в поворотах таких, мать вашу. Ну что ты творишь, а? Я ж тебя не хочу буцать, а ты мне мешаешь. Говнюк, блин. Так, куда тут? Есть. Я знал, что он не выдержит. Начнет сходить с трассы. На большой скорости в поворот ходил. Так, вторая позиция. Второй круг. Преследователи до хера. Ой, чувак, вообще... В Париже ему, видимо, не везет. Тебе удалось так. Установить рекорд круга в этой гонке. Как там Наполеон в России? Буцнем. Надеюсь, наш займет второе место благодаря моему старанию. Отлично. Да, наш преследует этого чувачка.
Я думаю, он сейчас будет, пока его агрессивно вести, он будет защищать позицию вторую, а мы на это время убежим подальше. Бывает. Посыпались дребезги на машине. Да, машина говно, блин, еще и ломается. Ну, понятное дело, что так на таких машинах не ездят. Так, вот это что-то сделало ненормально. Тихо, тихо, тихо. О, чувак на втором месте наш идет. Если я проиграю... Упс! Ноу! В общем, вы все видели, да, друзья? Я не знаю, сейчас попробую отмотать до этого момента, когда я врезался, и, наверное... Жесть! Как оно есть, друзья. Тихо, тихо. Колеса, конечно, готовы. Мать вашу. Одно пожелание. Быстрее бы, чтобы все это закончилось нахрен. Финиш, да. No. Дулю с маком тебе. Фу, это жесть, друзья. О, на одном колесе, точнее на трех колесах. Фу. Ну то, что мой напарник приехал на первое, думаю, это не страшно. Главное, что мы не обосрались. Ой, жесть, как оно есть. Да. Тут машины сыпятся, как труха прям. Вы выступаете слишком успешно. Этот уровень для вас легковат. Да, легковат. Идите вы в жопу насчет легковат. Фу, аж вспотел, блин. Вот это называется ни хрена себе легковат. Так, ну ладно, давайте с вами выберем новый сезон. И... Так. Тюнинг. Давайте вот это вот будет следующий у нас сезон. Набирает новых пилотов. И Liquid. После прошлого сезона на вас наверняка обратили внимание. Так, Audi RS5, отличная машинка. Holden V Commodore UET. А следующая какая? Задание спортивного партнера по команде. А, то есть это две машины такие, да? А Razer'ы? Холдинг, ну, то же самое. И Mercedes-Benz C63G, точнее, C63 AMG. Cat Be Special. Какая-то, типа, специальная машинка. Кошак. Ну, давайте, сколько по опыту у нас? 7650, 7300, 400. Уровень настройки машин тут нет, а тут низко, поэтому выбираем Razer'ов. Принять предложение, да. Все-таки поднастроить машину бывает иногда полезно, хотя я этим практически еще ни разу не пользовался. А, NASCAR гонки, насколько я заметил. Очень уж похоже это дело. И еще одна хрена знает какая. Автоспорт Raceway, внутренняя трасса. 3,9 километра продолжительность. О, какие тачки. Да, только это будет в следующей серии. Спасибо, друзья, что смотрели. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Ичик. Всем пока. Пью. Dirt on our boots, it shakes free over time.